Хук слева, апперкот и победа над противником близка. За боем на ринге наблюдают ветераны спорта и ветераны Великой Отечественной войны. Подбадривать участников поединка вживую, не у экрана телевизора, непередаваемые ощущения. Я болею за весь спорт, да, когда он серьезный. А сами в молодости спортом занимались? Я на флоте служил, в Тихианском, я во Владивостоке. Ну, там... Физзарядка в основном. В перерывах между поединками болельщики вспоминают свои заслуги перед Отечеством. Одни спортивные, другие боевые. Им есть о чем поговорить. Неумолимая воля к победе и неукротимое желание защитить честь своей страны объединяет ветеранов. И бокс, выучка боксерская давала им очень большой шанс выжить в той войне. И многие выжили, говорили, благодаря той подготовке. И сегодня мы то же самое прививаем и нашим детям. И мы им говорим, вы победители и наследники той великой победы, которая была 70 лет назад. Бокс – это спорт очень мужской, спорт защитников. И не случайно среди боксеров есть большое количество ветеранов боевых действий. Во время встречи появилась идея создать книгу о самарских боксерах, которые стали участниками Великой Отечественной войны. Собирать материалы для книги начнут уже в ближайшее время. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.